Так, сегодня мы жарим белые подосиновики. Больше ничего. Ну вот еще раз говорю, самое главное знать грибы, чтобы у вас вот в этой массе не было ни одного несъедобного, ну даже условно съедобного гриба. Иначе последствия будут печальны. Так, крошим. Вон примерно в таком варианте. Значит, вот желтые грибы, я не желтыка называю, вот, вот смотрите, вот белый гриб, да, вот поры вот лучше отделять. Они в жарке превращаются в кашу, а это вот выбрасывает. Но я потом отделю это, выброшу, просто я покрошил. Так, еще какой вот момент. После того, как покрошили, их надо как следует промыть. Как следует промыть. Пусть они немножечко... Ну, это я так делаю. Еще раз повторю. Может, кто-то другой по-другому делает. Там эти шеф-повара всякие. Вот. Я так делаю. Всем нравится. Все едят. Ушами пищит. Что еще? Не приемлю вообще червивые грибы. Даже если небольшая червоточина. Вот если взять... Вот смотрите, чистенький. Ну, что тут? Все чистенькое. Вот видите, все чистенькое. Ни одной червоточинки в грибе не должно быть. Ну, просто, ну, я не знаю. Ну, не надо жлобиться. Вот некоторые там... Чуть-чуть червячка. Не надо сразу в помойку. Вот сюда вот все должно вот идти. Вот все червивое вот сюда. Вот. Вот. Чтобы ни одной червоточинки, чтобы грибочки были чистенькие. 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 Вот, ни одной червоточинки, чтобы не было ни даже точечки, ничего. То есть, вот ножка, она чистая, все должно быть чистенько. Да, и, соответственно, вот от земли, от пыли, пусть немножечко, вот видите, вода, можно слить. Я сейчас солью воду и еще раз немножко их поворакаю. Вот, в принципе, начало жарки грибов. Вот, ну, сейчас еще не очень сезон, попрошел слоечек-то. Ну, вот как-то так. Так вот, вторая вода, промыли еще раз. Значит, потом что я делаю? Через друшлачок их вот насыпаем. Насыпаем, чтобы водичка стекла. Стекла. Может немножечко даже поджать. Вот немножечко так чуть-чуть поджать, отнести. Конечно, в идеале, если бы жареха была из одних белых, или из одних подосиновиков, или из одних подберезовиков. Кстати, червивого гриба очень много. Не знаю почему. Жарко еще. Влаги вроде мало, везде дождики, а у нас их нет почему-то, грозы. У нас один раз погремел, и все. Вот через слачок их немножечко так, чтобы вот послилось водичка. Ну, а потом, соответственно, на шкиворотку. Так, сегодня у нас будут грибы с картошкой. То есть сегодня мы сделаем их с картошечкой. Ну, дальше посмотрите, как это получится. Ну, и, соответственно, на вкус попросим домашних оценить. В принципе, все то же самое. Лук, соль. Ну, сегодня будет картошка еще. Да, картошку предварительно отварить надо. Ну, что картошку-то отварить, ну, кругляшками. Потом, соответственно, можно... Ну, потом покажу. Вот. Через друшлачок. Пусть они немножечко у нас тут по... сольются. Водичку. До свидания, Италия. Та-ра-та-та. Да, крошить, ну вот, примерно так. Я так, по крайней мере, крошу. Вот. Вот, со среднюю лисичку, можно так сказать. Мелко не надо, будет каша. Крупно, ну, просто еще крупно, крупно, очень крупно. Нет, вот, вот, вот примерно, вот такие варианты. Вот, сейчас отожмем их немножко. Вот, например, вот беленький грибочек, да? Вот примерно такой вариант. Он хорошо ужарится, будет очень вкусный. Так, ну, по старой схеме. Лук. Помельче. Нарезаем лучочек. Не хочет. Нарезаем лучок. Вода у нас почему не течет? Не хочет вода течь. Поставить лучок. Соответственно. Так.
Вот. Ну, еще можно луковку. Ключи. Вторую луковку. Быстренько. Чуть-чуть. Нет. Сейчас, секунду, лук попоэтовый. Девчонки там занимаются лисичками, моют их. А мы занимаемся луком. Лук вообще это один из главных ингредиентов при жарке грибов. Да и картошки тоже. Вот некоторый лук немножко неправильно его жарят, конечно. Он получается у них пол какой-то сырой. Ну, я не знаю, я такой не люблю. Вот так, лучочек мелко. Так, шкивородочку на огонь. Это сюда. Вот, ну что, в принципе, сейчас у нас сковородочка накалится. Маслицем польем. Польем маслицем. Маслице среднее. Средненько. Так, чуть-чуть. Сейчас он накалится. Ну и лучок по старой схеме засыпаем. Можно уже, в принципе, засыпать. Кладочку вот эту. Засыпаем. Ну, крупненькие такие есть. Да нет, все хорошо. Замечательно. Вот, ну и, соответственно, все как раньше. Все как раньше. То есть все как раньше. Все. Здесь картошечка у нас варится, салатик, малинка. Малинку мы поедим, уже едим. Вот. И здесь вот поднакрыть, да. Немножечко накрыться. Откроем. Да, тут с одним товарищем хорошим разговаривал. Еще фишка, вот жарить нужно на определенных сковородках. Вот если сковородка заточена под грибы, вот только на ней. Конечно, чугунная, но какая-то старая, блин. Ну, классно на ней жарится, ничего не прилипает. Старая, убогая. Зато вкусно. Вот на каких-то других грибы получается по-другому. Вот на самом деле. Так, вот. Захватив немножко тут, пока девчонкам носил тазик с лисичками. Немножко тут. Ну, это даже еще ничего. Золотистой корочки немножко такой. Подзолотился. Так, берем. Берем просто прямо так можно, в принципе, аккуратненько. Давай. Вот. Небольшую порцию раз. Высыпали и перемешали. Нет. И перемешали. Так, огонечек сделали на минимум. Ну и не совсем минимум. Сегодня немножко лучок не без этого. Вот, смотрите, вот они. Ну, красавицы. Красавицы грибочки. Да, кстати, я вот сказал, но я не все делил. Иногда я делаю так. Я имею в виду поры вот у белых грибов, которые немножко переросли. Кто-то убирает, кто-то нет. Ну, вот они, ну, слишком такие вялые. Их можно, конечно, убрать. Ну, так и плотненько. Хуже не будет. Нет, они тоже вкусные. Вот так засыпаем другую порцию. Да, если лисички ужариваются очень так лихо, то есть вот есть большая сковородка, она превращает, ну то есть лисички в половину, то вот белые с серыми, ну или с подберезовиками, правильно, с подосиновиками, они не так садятся, ну тоже. В принципе, я думаю, мы все сейчас сюда забабахаем. Все. Вот так вот. Все забабахаем, я думаю. Все так же, как вот, посмотрите, там есть, как лисички жарить. Вот они красавцы. Все хорошо. Вот, то есть, также воду снять. Вот они все у нас тут красивые. Так, это у нас еще червоточина, что не заметил. Ну-ка. Ну-ка. Стой, нормально.
чистеньким делают. У меня нет нормального ножа. Маш, не хочешь, не чисти, я приду, сейчас почищу. Нет у меня ножа нормального. Накрываем крышкой. Все. Так, ну вот наши грибочки дали водичку. Красавец. Вот смотрите, вот кто-то скажет крупно, может кто-то скажет мелко. Нет, вот нормально, ужарится, будет прям, ай, там-то. Так, дали водичку, помешали. Да, еще раз повторяю, уважаемые, собирайте только те грибы, которые знаете. Не берите всякую ерунду. Не знаете, не собирайте вообще. Некоторые там бывают, собирают, начинают сравнивать там с картинками. Нет, ребятки, вот если уж я хожу за грибами класса с первого, наверное, один причем в лес, я на ощупь с закрытыми глазами могу гриб определить и по запаху. Не хвастаюсь, на самом деле, не верите. Да, вот эти грибочки, вот, например, белые подосиновики, да, они мне жареные нравятся больше, чем лисички. Хотя с лисичками проще, да, они червей у меня не бывают практически. Ну, вообще не бывает, не видел я червей. Просто бывают пожухлые там какие-то такие, вот, там, топтанные. То вот эти грибы нужно, да, без червяков, чтобы... А то вот бывает, придешь вот к некоторым, смотришь, жарят грибы, вот он когда открывает, там червяки плавают, фу, просто же были, это же жесть просто, ну так нельзя. Ну, да, да, убираем водичку лишнюю. Вот, убираем лишнюю водичку. Вот. Да, и что еще хочу сказать. Говорят, вот грибы заменяют масло, мясо, бред полный. Не, можно съесть только грибов, там, столько-то граммах, килограммах грибов, столько-то белка там. Бред это все. Это все не то. Мясо это мясо, грибы это грибы. Всю жизнь в деревне прожил. Всю жизнь грибы это грибы, мясо это мясо. А то кто-то начинает, ну там вегетарианцы всякие, бред это. Да, еще раз повторяю, детям грибы, ну детям я имею в виду, ну нежелательно. Тяжелая пища, тяжелое баловство это все. В любом виде грибы, в любом. Маринованные, жареные, ну уж соленые, тем более маринованные тоже тяжело. Это закуска для взрослых, баловство. Ну как икра, да? Ее же никто не ест там ложками. Так, ну икер вроде, ну может кто-то ест. То есть баловство, это не еда. Так вот, побаловаться. Ну конечно же, вот накидаешь, помашишь, вкусненько. Ну вот, ладно. Перемешали, водичку откинули. Вот жарить можно на, ну скажем, без крышки, на огне в половину. То есть не на сильно маленьком, не на сильно большом. Да, и солю, как всегда, в конце. У нас сегодня я обещал с картошкой, они будут с картошкой. Забегая вперед, скажу, сейчас у нас картошечка отварится. Отварится картошечка. Мы ее, может быть, чуть-чуть покрошим и добавим грибочки, чтобы они как бы вот соединились вместе, да? Как кислоту в воду или воду в кислоту, да? Кто у нас химик? Я химик. Я знаю, что во что вливают. А вы? Вот. Ну, здесь беда идется. Вот они у нас помятся. Крышечкой накрыть. Не буду я эти грибы накрывать крышечкой. Пусть они у меня так жарятся. Так, думаю, чуть поменьше огонечек. Чуть поменьше огонечек. Так, огонечек вот смотрим. Вот примерно такой. Давайте подубавим немножечко. Подубавим. Вот так. Подубавили. Да, и помешивать. Прилипают. Шкиворотка такая. Эх, чугунную бы.
Грязняне, чугунные, деревня, на чугунные тогда. Ну, как-то так. Ничего, красота. Давайте попробуем. Ножку подосиненько. Сейчас. Вполне сносно. Не хватает соли. Солить потом. Вполне сносно. Но еще. Кстати, ну кто-то любит с хрустиком. Знаю. Я люблю, чтобы полностью, вот, знаете, полная прожарка. Без крови. Так, ладно. Наши подосиновички с белыми практически сготовились. Заключительный этап — это соление. Посолили. Ну, тут аккуратнее, конечно, тоже бывает, чтобы не пересолить. Но рыбачки соль-то любят. Вот. Я вот не люблю соль. Не очень соленую люблю. Так я вот всегда немножко недосаливаю. Посолили, перемешали. Вот. Еще посолили. Так не стесняемся примерно вот в таком варианте. Вот. Ну, три раза. Вот как бы из личных наблюдений. Еще раз перемешали. Конечно, не идеальная вареха, не идеальная. Если бы одни белые, там бы, но это будет позже. Мы сделаем вареху из одних белых. Это просто вот вареха на покушать. На побаловаться, покушать. Так, и еще разочек. Вот, все. Я думаю, окей. Так. Картошечка у нас все. Сейчас мы ее будем сюда делать. И перемешали. Да, давайте попробуем. Давайте попробуем. Ну что, беленький? Давайте беленький. Не, давайте ножку беленький девчонкам оставим. А соль гуд. Чуть-чуть. Еще потомить. Ну, мне уже вкусно. В армии за милу будушку съел. Потому что времени не было. В карауле жарят никогда. Мило делать. Ням. Так, все. Поднакрою. Накрою немножко, да, чтобы соль так разбежалась. Бочки у нас все. Картошечку я заранее приготовил. И делаем марияж, купаж. Или просто тупо смешиваем. Да, возьму сейчас. Вот малиночка-то у нас. Малиночку. Бабушки малиночки. Ой. Мы сегодня даже в ручье купались, в плесне. Так было здорово. Вот. Ну, можно, в принципе, отдельно, конечно. Но мы сделаем так, чтобы немножечко картошечка как бы дала грибочкам, а грибочки дали картошечке. И будет. И так аккуратненько это все. Да, картошечку обязательно творить, ну, до готовности, может быть, чуди, так чтобы она не разваливалась, не превращалась в пюре. Вот. Ну, еще раз повторяю, можно все это отдельно картошку и просто в тарелке все это перемешать, но мы сделаем вот таким макаром сделаем, хуже не будет. Ну, еще раз повторю, да, кто-то, может быть, не любит, там, это все. Девчонки любят, мальчишки любят. Так, вот сейчас еще добавим картошечки и в конце посмотрим, что получилось.
Какой гриб? Так. Pomme de terre avec de champignon. Это по-французски ражен, по-нашему картоха с грибами. Итак, пробуем. Ну что, красота. Вот это мешанина. Вот это мешанина. Все мешанина, мешанина. Давайте что-нибудь такое зацепим. Вот так вот. Сейчас. Блин, это что-то. Нет, ну лисички, но это. Анечка! Ну иди попробуй картошечку. Я тебя не буду снимать, голос за кадром. Не, го... Ну иди, ну попробуй, ну выйди. Я тебе тогда грибов не дам. Ладно, придется идти. Так, голос за кадром. Голос за кадром. Отпусти ложку-то. Так, ну-ка. Ну-ка, только честно. Укропчик куба. Укропчика нет. Согласен. А так? Вкусно. Офигенно. Вроде и на соль вкусно тоже. Угу. Вроде, ну... Может, присолил? Нет, чуть-чуть еще бы. Нет, я бы не надо. Стал, нет. Ну, все, я бы не стал. Да то нет, блин. Еще бы не зачет. Ну, укропчик, ну, да, можно и укропчика, там, лучка зелененького, кто-то там еще. И стопочку можно. Кстати, про стопочку. Да, с 21 года. Еще раз повторяю, внимательно собирайте грибы, никаких поганок, и вы проснетесь. Кстати, прощаюсь. Картошка с грибами великолепная, от максимум 72. Ну там, как говорят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И нас ждут жареха белых отдельно, жареха всех остальных. Вырубаемся. Пока-пока.